Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Пресвятая Богородица, помоги мне. Вот эти две молитвы, через них можешь спастись совершенно. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Пресвятая Богородица, спаси меня.
Когда мы все это делаем, обязательно спасемся. Не оставьте эту молитвочку. Она простая, но это Христос так сделал, о которой я вам сейчас сказал. Мы не имеем чего-то другого и большего преподнести Богу. Он, Бог, говорит, на вас же ничего нет, никакой добродетели. Мы должны смириться, поучаться, молиться. При первой возможности, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи Иисусе, Пресвятая Богородица, помоги мне. Спишь, и когда проснешься, Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе, на улице и везде, все время молитвы.